И о спорте. В эти выходные состоялся второй этап открытого чемпионата Калмыкии по мотокроссу. Первый, напомню, прошел еще весной. В гонках на песчаной трассе протяженностью 1100 километров участвовали более 50 спортсменов разных возрастов в составе 12 команд из разных регионов страны. Призы были разыграны в нескольких заездах. Состоялись также состязания на квадроциклах. Все подробности в материале Светланы Аджиевой. Оглушающий рев моторов, жуткая пыль и предельный накал эмоций. После нескольких таких заездов от трассы не остается ничего. Ко всему прочему, это один из самых травмоопасных видов спорта. Но даже это не останавливает участников соревнований. Главное – прийти первым к финишу. Ежегодно на таких соревнованиях количество участников только возрастает. По стопам родителей в этот спорт идут их дети и внуки. К тому же меняющийся рельеф Калмыцкой степи, где присутствует и подъем, и спуски оставляют позади многих конкурентов. Со степей маленьким ездил, на мотоциклы Минск тогда были. Вот раньше здесь жил поселок Харбулук, раньше здесь жил. Вот сейчас заезжали, кстати, ребятам показывал на дерево. Тополь, да. Когда-то здесь тоже в этих степях рос, маленький на мотоцикле катался. Да, рельеф, кататься интересно, да. Начинаем с детства, начинаем закладывать со спорта. А потом уже применяем это в жизни и на дорогах для безопасности, для всего это пригодится всем. Первый класс пошла, 7 лет. Тоже надо детей, у кого есть возможность, просто это не дешево, но надо как бы стараться их, как бы, чтобы хобби было, не в интернетах сидели, а больше как бы вот физически ездить, заниматься, хобби как бы должно быть у людей, детей, как бы прививать, заниматься ими надо, а не то, что как бы как сорняки, чтобы росли. По словам организаторов мотокросса, в этом году география участников расширена. За победу боролись гонщики из Ставрополя, Астрахани, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской областей, а также впервые на соревнованиях представители Донецкой республики. Из-за пандемии мероприятие проходило без зрителей. Так как мы на открытой местности, спортсмены у нас в защитной экипировке, у них шлем похлеще любой маски, и классы разбиты по 10 человек. То есть спортсмены едут, не контактируя практически друг с другом. Зрелищность экстремального вида спорта привлекает все больше ребят. Воспитывает у молодого поколения дух и упорство. Самому маленькому участнику всего 7 лет. Несмотря на свой возраст, многие уже добились побед в этом виде спорта. Конечно же, без травм не обошлось. Сломал две руки и ногу, связки порвал, и все. Не дай бог, чтобы такое было. Очень травматичный спорт. Забросил сейчас в данный момент. Почему? Я плечо выбил левое. Сначала папа начал ездить, потом через полгода я присоединился. Ну, прям сильных не было. В программе соревнований был и заезд титулованных гонщиков, которые показали мастерство вождения и ряд экстремальных трюков. Ностальгия по вот этому, даже вон там выхлоп мотоцикла, уже слышно, что это наше. И вот те болельщики, которые прибыли на своих машинах, детей привезли посмотреть, пообщаться. Это те бывшие, и как бы вот, кто выступал мотоспортом, кто очень здорово болел за мотоспорт, за спидвей, за мотобол, за мотокросс. Все здесь. Победителями в различных классах стали Елисей Курдюков и Арсений Орьков из Элисты, Андрей Павлов из Самары, Виктор Курепкин из Зернограда, Дмитрий Репников, Андрей Красиков и Сергей Фирсов из Волгограда, Александр Савченко из Светлограда, Сергей Курашов, Вадим Гаманов и Артем Кундрюцкий из Новочеркасска. Победителям и призерам вручены кубки, медали, дипломы и памятные сувениры от организаторов и спонсоров соревнований. Светлана Аджиева, Анатолий Коженбаев. Информационная программа «День республики».